Приветствую на канале, друзья, с вами Белогор. Сегодня будет интересная тема — экспедиция Жака Ива Кусто в Антарктиду и что там произошло. Все, наверное, помнят этого мужика из 90-х, который постоянно плавал по морям, и все смотрели его передачи. Про Антарктиду ходит немало слухов и небылиц, и рождаются они от того, что этот континент до сих пор неизведан в достаточной степени. Жак Ив Кусто тоже побывал там, и эта экспедиция была не совсем простой и обычной. О том, что с ним там произошло, мы пока что до конца не узнаем. Информация засекречена. Но все-таки кое-что просочилось и породило массу слухов. Кто-то считает, что Кусто нашел инопланетян, кто-то утверждает, что им найден тайный город немцев. Третьи думают, что экспедиция попала в некое древнее строение, в котором сработала ловушка, из которой появились пострадавшие, и экспедиции пришлось вернуться обратно. Но я сегодня представлю вам версию четвертую. Не знаю, правдоподобна она или нет, решайте сами. Итак, эта экспедиция состоялась в 1972 году. Но я начну свой рассказ пораньше, с момента рождения ученого. Жак Ив родился в семье потомственных юристов, работавших на американских миллиардеров, которые являлись спонсорами проектов в университетах и научном мире. В связи с работой его семья переехала в Америку, и Жак очень быстро изучил английский язык. Он с детства был увлечен морем и в 20 лет поступил в военно-морскую академию. Уже вскоре он совершает кругосветное путешествие. Также он побывал в Шанхае, съездил в СССР и поработал инструктором на крейсере «Сюфрен». Затем была Вторая мировая война. Жак Ив служит на флоте в Южной Франции. Его первый фильм «18 метров под водой» вышел в 1942 году, в самый разгар войны. Следом он снимает фильм «Обломки» в 1943 году. И «Тихий пейзаж» в 1944 году. Начав снимать фильмы о море, Кусто становится известным на весь мир. Ему безотказно разрешают съемки практически в любом уголке земного шара. Его судно «Калипсо» ходит по морям и океанам, а ее капитан становится известным и богатым человеком. Он уходит из флота в 1956 году и занимается лишь научной деятельностью. Ходили слухи, что помимо своей основной научной деятельности, Кусто иногда выполнял заказы, вплоть до поиска нефти. Не знаю, насколько это правда, но все же. Экспедиция в Антарктиду стала самой таинственной из всех когда-либо совершенных этим мореплавателем. Началась она осенью 1972 года. Ее целью было исследование жизни животного мира Антарктиды. Но пока экипаж шел через Атлантику к намеченной цели, Кусто зачем-то летал в Нью-Йорк и долго работал с архивами. Также он встречался в США с политиками и подписал договор о сотрудничестве с НАСА. Американское агентство подарило Жаку вертолет и обещало просканировать со спутников те участки Антарктиды и до морского дна, на которые он укажет. Не правда ли загадочно? Странность была еще и в том, что животный мир Антарктиды лучше всего было изучить с восточной стороны. Там находятся колонии пингвинов и проходят пути миграции китов. Но исследователь выбирает западную часть континента. Не дойдя до места, судно целый месяц стоит на якоре в заливе Сан-Матиас в Аргентине. Интересный факт, именно в этом заливе находятся затопленные подлодки немцев. Но в декабре 1972 года экспедиция продолжает путешествие к Антарктиде, к земле Элсуэрта, которая практически не имеет фауны. Там находится впадина Бентли, которая считается одной из самых глубоких в мире. Ее скрывает толстый слой льда. Один из аквалангистов Калипсо, Жан-Андре, делился своему приятелю Гансу фон Кранцу о том, что у экипажа было впечатление, что Жак Ив там что-то искал. А на пятый день нахождения Калипсо берегов земли Элстуэрта, радары корабля засекли на небольшой глубине очень большой объект. Его необходимо было обследовать, и тогда приняли решение спуститься под воду. Сам Кусто спускаться не стал, у него здоровье
уже было не очень. На дне оказался абсолютно целый, но почему-то затопленный корабль с ровной четырехугольной палубой. Это, несомненно, был авианосец, а чтобы его никто не увидел, его выкрасили в белый цвет. Также на нем не было никаких опознавательных знаков. Как только Кусто доложили о находке, он сразу кому-то об этом доложил. На следующий день команда попыталась проникнуть внутрь корабля, но ничего не получилось. Дело в том, что кто-то из водолазов зацепился за металлическую часть корабля, повредив свой гидрокостюм и сильно порезал руку. Пришлось остановить эту затею и всплывать. Кусто посчитал это дурным знаком и решил не рисковать здоровьем своих людей. Да и скорее всего его задачу не входило обследование внутренностей корабля. Он просто его нашел и указал координаты американца. Жан-Андреа также утверждал, что экипаж доложил французским властям о найденном авианосце, но информации об утонувших кораблях в этом районе не было. А когда экспедиция завершилась, то все пленки по завершению экспедиции были изъяты спецслужбами. Через несколько лет на это же самое место была снаряжена другая экспедиция, но она ничего не обнаружила, корабля как будто не было. Так про тайную миссию экспедиции Кусто стало известно многим. Вот куда делось это судно, непонятно, но зато можно предположить, чье оно. В 1938-39 году немцы приближались к берегам Антарктиды. Это было немецкое судно «Швабия» с двумя самолетами на борту. Это известный факт, но говорят, что была и вторая группа судов, поход которых был засекречен. В эту группу входил ледокол «Квебек», купленный у Канады в 1937 году и переименованный во «Фафнир», а также парусный барк «Альберт Лео Шлагетер» и тайно вышедший из Германии огромный авианосец «Манфред фон Рихтгофен», который ранее назывался «Граф Цепелин». На его борту могло находиться до 50 самолетов. Интересный факт, что пилоты Шваби занимались авиасъемкой земли Элсуорта, которая почему-то интересовала немцев, а потом и Кусто. Швабия не возвращалась после экспедиции 1944 года. Это было около 6 лет. В этот период никто ничего не слышал о капитане этого судна Альфреде Ричарье. В 1944 году появилась информация, что Швабия была потоплена англичанами. А где корабль носила до этого времени, непонятно, может быть, в Антарктиде. И что там искали нацисты? Есть две версии. Первая, строили свою базу. Вторую, искали что-то очень ценное, на что Германия могла положить море денег. Что же это могло быть? Может быть, технологии древних цивилизаций? Ведь недаром они и в Тибет приходили. Не исключено, что именно такие технологии помогли немцам прыгнуть из 40-х годов сразу в 60-е. Ракетостроение началось именно с них. Но американцы все, что было у Германии после поражения, собрали, запаковали и вывезли в Америку. И они-то наверняка знают, откуда взялись технологии у Германии и кто был их автором. Также американцам может быть известно, что находилось на борту авианосца фон Рихтгофен. А Кусто просто выполнил разведывательную часть операции, которой позже занялись и другие службы. Естественно, корабль был поднят, так как его больше никто не видел. А наш любимый исследователь Накалипсо продолжил и дальше много снимать для нас новых фильмах, в том числе и про Антарктиду. Недавно мне попалась информация про эту же экспедицию Кусто, но она настолько невероятная и даже страшная, что я пока что думаю, стоит ли ее описывать. В нее просто никто не поверит. Но вдруг это правда? Об этом в следующих видео. Друзья, с вами был Белогор. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, если вам нравится мой контент. Ставьте лайки. Всем спасибо и пока.